Спасибо за то, что присоединились к нам. Это Monster Madness, и мы проходим историю хоррор-фильмов. Мы только что прошли период немого кино, теперь с рождением звукового перед нами рождается новая эра. Цикл хоррор-фильмов от студии Universal. Это золотая пора, когда все классические монстры сделали свой вклад. Первым был Дракула. В нем были все элементы достойного фильма ужасов. Туман, летучие мыши, разрушенные замки, паутины, опоссумы и пчелы. Ну, все равно, главное достоинство этого фильма – это венгерский актер Бела Лугоши. Лугоши учил английский язык, когда заучивал роли, которые он играл на сцене или на экране. Но ритм и акцент его голоса станет навсегда речью Дракулы. Хотя он и не был первым Дракулой, он был первым, кто популяризировал образ и фольклор героя. Он действительно является лучшим Дракулой, который когда бы то ни был. И если у вас есть какие-то сомнения насчет этого, он был похоронен в костюме Дракулы. В нем есть какое-то злое присутствие, и когда он начинает смотреть на вас вот так, вы знаете, вам пизда. Черт, Дракула кобель. Дуайт Фрай также прекрасен в роли безумного Ренфилда. Его смеха достаточно, чтобы вырубить вас. В фильме присутствует медленная, но довольно жуткая, похожая на сон атмосфера. Так как это первый звуковой хоррор-фильм, они не думали добавлять музыку. Поэтому, когда нет диалога, в фильме едва можно услышать звук. Но это только добавляет жуткости этой атмосфере, делающей этот фильм особенным фильмом ужасов и лучшим фильмом о Дракуле. Озвучил Инкоркадит.